здесь все в этих. Нет, я чайник поставил же. Холодные ветра, но есть что-то сильнее, и нас греет, мне бы сделать теплее, но я сам не умею. А ты помолись за меня, родной, пока я падаю вниз, падаю на дно. Я у окна там, где отопление, их за окном бойцов 20 на глаз, отряд ментов в оцеплении. Заведенный УАЗ просят бросить оружие и выйти с поднятыми руками. А я сижу и звоню маме. Сижу и звоню спиной к батарее. Мам, возьми поскорее. Скажу, нет, не болею. Скажу, да, все отлично. Скажу, нет, не стареешь. Скажут, что на больничном. Скажу, мам, я был полным дебилом. Я только сейчас понял все, что ты мне говорила. И пока ты убирала, стирала, мыла, я не оценил этой силы, персила. Ты ж меня просила, чтоб я учебе уделял часы. Ты говорила, смотри, вон у Галки сын. Но домашний не отвечает, сотовый тоже. Звоню на рабочий, там может, а меня просят оставаться на линии. Говорят, мой звонок очень важен для них, а у меня руки от наколок и холода синие. И отряд за окном что-то слишком притих. Скоро зарядка сядет, и хозяин зарядки, походу, тоже. Может, услышит звонок, может, дозвонюсь все же. И меня эта надежда так греет. Хотя скорее это батарея. Ливень льет, как из ведра. Дуют холодные ветра, но есть что-то сильнее. И нас греет, мне бы сделать теплее. Сам не умею. А ты помолись за меня, родной, пока я падаю вниз, падаю на дно. Многих из этих я уже больше не вижу. Все уже по разные стороны движи. Раньше из Милана до башен в Париже, теперь их на телефон, ловешки и сижек. Заново живу свою тихую жизнь. Иногда иду там, где мы вместе что-то мутили. Уже другим воздухом дышат дворы. Алло, я все там же, все в силе. Мне переведи на киви. Найди под синим Митсубиси связь. Ведь если мы и сможем что-то поменять, то это примет обменник. Ведь лучше умирать, чем стоять на коленях. Я тоже пленник. Избавь меня от буйной головы. Я лечу на острова, но тащу себя с собой, увы. Наверное, заповеди были правы. Мысль ударила в башки бочей белой вдовы. И я, покачиваясь от ее жестокости, вышел из дома, видя, как стальные лопасти, мелющие социум, в лицо отражают мне свет. Оставим без подробностей этот куплет. И по итогу повесть вышла все-таки грустной. Ладно, вешаю трубку, обнял до хруста. Мне пора выдавать память о пустом за современное искусство. Потом послушай. Ливень льет, как из ведра, дуют холодные ветра, но есть что-то сильнее, и нас греет, мне бы сделать теплее, сам не умею. Но ты помолись за меня, родной, пока я падаю вниз, падаю на дно. Проснуться от детского хохота, проснуться весь такой в хлопотах, что потом вялой походкой, как гипопотам, в сторону кухни в молоке плавают хлопья там. Вот беда, мелкие игрушки все раскидал. По следам горячим надо бы отругать, я не стал. Достал альбом старый полистать. Это словно включить фары, и по старым местам греет плед, и под пледом прикосновение. Угадать сюжет, будто я снимал, хотя не я. Греют звонки друзей от тех, что вдали. Чтоб согреть их сам, он тоже недавно звонил. Сигареты есть, и я в холод ни ногой во двор. Греет кофе, пока сосед мерзнет, и греет мотор. Греет торт шоколадный на день рождения. А вот свечки, напомнившие возраст, не греют. А мне бежать со всех ног домой. К той самой одной сказать люблю, чтобы согрела в ответ.
Но после согрела обед, ливень льет, как из ведра, дуют холодные ветра, но есть что-то сильнее, и нас греет, мне бы сделать теплее, я сам не умею, а ты помолись за меня, родной, пока я падаю вниз.